Дорогую и любимую Рудую Веронику Ивановну с 75-летием поздравляют сын, невестка, внучка, дочь. Чудес на свете не бывает, и юность не вернуть назад, а годы словно льдинки тают, но стоит ли о них вздыхать? С годами женщина мудрее, и в ней другая красота, и поступь гордая, и статность очарования полна. Чтоб дольше это сохранить, желаю счастливо прожить, не волноваться, не грустить, а главное – здоровой быть. Среди